Как вы думаете, друзья, настолько ли сильны спортсмены, занимающиеся армрестлингом? Как про них говорят? Правда ли, что своими руками они просто творят чудеса? На просторах интернета запустили интересный челлендж. Нужно поднять 3-литровую банку с водой одной рукой. Вот примерно так. На наш взгляд, это не так просто. Мы поговорили с опытными спортсменами, и многие сказали, что здесь важно иметь длинные пальцы. И какой бы ты ни обладал силой хвата, если тебе Бог не дал длинных пальцев, тебе ее не поднять. Но мы нашли одного богатыря, у которого пальцы короткие, но он обладает феноменальной силой, в том числе и силой хвата. Посмотрите, как легко, словно играючи, наш герой справляется с этой задачей. Встречайте, русский богатырь Максим Гапенко. Так, ребята, всем физкульт привет. Надо в 3 вариациях поднять банку. По-моему, такая вариация, да? Я уж там видео не помню. Такая вариация. Какая еще там? Покрутить ее. И немножко добавлю. Добавочки. Вот так вот. Открывается. Ну, за ваше здоровье, ребят. Ой, смородинка. Пишите в комментариях, друзья, что важнее при выполнении этого движения. Длинные пальцы или все же сила хвата? Ставьте лайк, если понравилось видео, и поделитесь нашим видео у себя на страничке.